рациональное сбалансированное питание. Основные правила. Утром натощак выпить стакан, лучше 2, столовой теплой воды. Накануне стакан фильтрованной воды ставим на горячую батарею. К утру вода будет теплой. Через минут 10 завтракаем. Завтрак, омлет, яичница, каша, макароны – это заряд энергии на весь день. Особенно льняная и овсяная каша. Перегружать желудок бутербродами, пирожками не рекомендуется. Каждый раз за 10-20 минут до еды пить стакан воды. Чаще всего организм просит не еды, а воду. К тому же, после выпитой воды мы очистим желудок от остатков предыдущего приема пищи. Есть часто, но маленькими порциями. Встаем из-за стола с чувством легкого недоедания. Так желудок постепенно будет уменьшаться в размере и со временем будет просить все меньше. Перерыв между трапезой от 2 до 3 часов. Во время еды пить, но не сильно много. Пить обильно рекомендуется примерно через час. Есть после 6, но за 2-3 часа до сна. Добавить в рацион больше овощей, ягод, фруктов, но сократить потребление сладкого и мучного, а лучше вообще исключить. Каждый день съедать хотя бы одно яблоко, очищает организм от токсинов и ядов. Есть за 1-2 часа до тренировки. Хорошо, если это будут легкоусвояемые углеводы, каши. Они дают энергию, которая так необходима во время тренировки. После тренировки есть лучше через полчаса, а сразу после можно выпить протеин. Потреблять животный белок, белое мясо, птица, морепродукты, рыба слабосоленая, но не жирная, и копченая, икра, яйца куриные. Лучше выпивать их сырыми или хотя бы варить всмятку. Мясо свинины и телятины нежелательно, так как они очень жирные. Употреблять растительный белок, фасоль, горох, бобы, орехи. Самые полезные – кедр, грецкий миндаль. Употреблять жиры, особенно в зимнее время. Они дают выносливость. Молочные продукты лучше, если они деревенские. Растительные масла. Самое полезное – льняное, омега-3, а также горчичные, конопляные, кунжутные, кедровые, кукурузные, соевые, оливковое растительное, нерафинированное. Добавляйте эти масла в салаты вместо майонеза. Хранить масла в холодильнике нежелательно, кроме льняного. Употреблять углеводы, крупы, картофель, хлебобулочные изделия. Чем светлее хлеб, тем менее он полезен. И тем более он способствует ожирению. Самый полезный батон – горчичные, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Какао, цикорий, мед, варенье, халва, козинаки, особенно из кунжута. Желательно есть первое и второе блюдо подряд. Есть вареную, тушеную, пареную пищу. Там больше сохраняется полезность. Выпивать за сутки от 1,5 до 2 литров воды, лучше фильтрованной. Свести к минимуму употребление чая и кофе. Минусы. Не дают усваиваться белку, сажают зрение и сердце, желтеют зубы. Заменить эти напитки натуральным какао, цикорием. Похож на кофе, но в 100 раз полезнее. Компот, кисель натуральным соком с мякотью. При простуде, ОРЗ, ОРВИ есть фрукты с витамином С. Черная смородина, киви, цитрусовые, поменьше тяжелой пищи, белка. И много пить каждые полчаса теплого напитка. Быстрее выздоровите. Для иммунитета. Эхинацея, борсучий жир в капсулу, бальзам, мумиё. Не есть испорченные продукты, особенно рыбу и грибы. Не есть и не пить, особенно горячие, из одноразовой пластмассовой посуды выделяются яды. По
возможности не сочетать белки с множеством простых углеводов – мясо, хлеб, пельмени. Для быстрого восстановления организма после нагрузок рекомендуется употреблять витамины магний В6, триавит, аскорутин, мед, гречичный, луговой, подсолнечный, пустырниковый, каштановый. Не добавлять в кипяток, теряет все полезные свойства. Свести к минимуму, а лучше исключить кондитерские изделия, мучное, особенно пряники, выпечки, сгущенка, конфеты. Все это мертвые углеводы. Сахар темного цвета, не подкрашенного, даже полезно, если потянуло на сладкое, съешьте фрукт. Самые вредные продукты – колбаса, майонез, кетчуп и все виды соусов, любая газировка, чипсы и сухарики – фастфуд, спиртные напитки, бутерброды, конфеты и шоколад, кроме горького. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!